Привет! Вы на канале Вселенная Beautiful World, и это наш проект «География России». Меня зовут Евгений. Меня Виктория. И сегодня мы в городе Морозовск. Город Морозовск основан в начале 20 века как станица, а статус города он получил лишь в 1941 году. История заселения этих мест уходит в далекую древность. Эти места русичи называли Диким Полем. Орды кочевников властвовали в этой степи, совершали набеги к границам Киевской Руси. Также и ратники Игревской рати проливали кровь на этой земле. Сподвижники Степана Разина и Кондрата Булавина искали счастливые доли на берегах речки Быстрой. Первоначально в этой местности все поселения были вдоль Дона и его основных притоков. В этой местности не было такого постоянного населения. Ну, если вернуться еще дальше, то вот как раз это место было одно из таких, ну, благословенных для монголов еще мест, где они пасли свои стада. Вот. И до Петровского указа запрещали вообще пахать здесь землю. В 1911 году здесь организовалась станица Таубьевская. Краевед Тарасов, вот он пишет, он был еще маленьким. И вот когда они вышли пахать в 1911 году, и они остановились, говорит, эту землю в 1911 году не пахал еще никогда никто. Первые поселения по берегам реки Быстрой стали появляться в 16 веке, но Петровским указом Василий Долгорукий в сентябре 1708 году сравнял с землей все 12 поселений казаков по реке Быстрой. После кровавого подавления восстания войско Донское навсегда лишилось обширных левобережных территорий Северского Донца. Вот когда я думаю о тех наших, ну, предках, думаю, как они все-таки любили свою родину, они речку назвали Быстрой. И сейчас удивляются, у нас начало, она только, какое тут Быстрое, она вообще не течет. Ага, ну там в нижнем течении там она шустрее. Хутор Любимо, да, ну какое это все красиво, потому что следующая вот речка в соседнем районе Милютинском называется Гнилая. Царское правительство стало раздавать эти земли дворянам, которые основали свои имения вместе с крепостными крестьянами. Так на территории Морозовского района вместе с казачьими хуторами стали появляться слободы, которые заселяли иногородние крестьяне. В нашем районе нет это слобод, поэтому таких больших помещиков здесь не было, потому что здесь просто не было этих поселений. Вот, так что вся эта история, вот этот всплеск развития, это связано с железной дорогой, конечно, все это. После проведения земельной реформы в 1861 году земли и торговля в этих краях начала быстро развиваться. На карте, значит, области войска Донского, это вот о которой я это говорю, где первый Любимов, там нету еще Новочеркасска, а на месте Ростова-на-Дону нарисована звездочка, написано крепость Димитрия и рядом Нахичеван. Вот. Тем не менее, история идет оттуда. Поэтому и история нашего же города, она должна идти от хутора Любимого. В период с 1898 года по 1900 была построена новая ветка Лихая-Царицын. Железная дорога между Лихой и Царицыным строилась с 1898 года по 1900. А эта железная дорога связала Донбасс и Волгу в Царицыне. Через каждые 50 километров строились это локомотивное депо,
потому что паровозы надо было снабжать водой, углем. И строилось такое подсобное хозяйство все это. И у нас было это депо в Белой Калитве первоначально, у Морозовской, на станции Чир и до Царицына. У нас тут сделали, потому что и расстояние соответствовало, и немножко можно было взять воды, для этого перегородили речку быструю, сделали водокачку для снабжения. Благодаря железной дороге быстрыми темпами стала развиваться экономика этого края. Была построена самая крупная на участке станция, было выстроено паровозное депо и другие службы. В результате строительства дороги вырос крупный железнодорожный поселок. Располагающиеся близ лежащие хутора Любимов и Басов начали быстро развиваться. В 1909 году принял решение выделить земли для постройки новых станиц. И было это решено организовать 4 новых станицы. Для этого выделить из войсковых земель второй Донской округ, вот эта станица Таубевская, названа в честь наказного атамана, он всего 2 года был. А это недалеко, но это уже был первый Донской округ, там Цесаревичская станица, сейчас она называется Вольнодонская. Это в первом округе. А, значит, в Сальском округе Орловская станица и в Усть-Медведицком Краснощековская станица. До 1934 года Любимов, Басов и эта станица, вот эта Таубевская, это были отдельные населенные пункты. Правда, вот это в книжке «Морозовск» там написано, что 5 января 18 года состоялось здесь окружное совещание, потому что почему здесь вот было весь этот второй Донской округ, он имел центр в станице Нижней Черской, а это все было в оставшихся казаками, потому что казаки сразу не приняли вот эту новую власть. Поэтому здесь решили организовать свой округ, как бы второй Донской. Вот они собрались на это учредительное собрание и приняли тогда еще решение, январь 18 года, что объединить вот эти, здесь такая еще структура была, Любимов, значит, крестьянский хутор Басов, станица Таубевская, а вдоль железной дороги вот эти все строения, они принадлежали железной дороге. И вот было принято решение организовать единый населенный пункт. Но поскольку такие решения и имеет принимать только центральная власть. Вот, поэтому до того, пока не вышло решение в ЦИК, все это считалось все-таки отдельно. Это было как бы, ну, пожелание, предложение местных властей. Поэтому здесь путаница. Вот кто-нибудь сейчас прочитает, скажет, ну что ты тут рассказываешь, когда вот здесь было еще в то время. И я, когда первый раз прочитал, я поверил, все это так. Зажиточные казаки и приезжие купцы, различного рода торговцы стали селиться в непосредственной близости от станции. В 1904 году купец Секретов открыл здесь торговую лавку. Он торговал мануфактурой, зерном, солью и даже золотом. Это здание стоит на прежнем месте. Сейчас в нем располагается Морозовский краеведческий музей. К сожалению, с годами здание утратило свой исторический облик. Над созданием Морозовского краеведческого музея работали краеведы, художники. Все оформление, которое вы можете увидеть в музее, это степь, нарисованная местным художником Ткачевым. Предметы, которые представлены на выставках и экспозициях, это
дар людей. Здесь вы можете увидеть разнообразные экспонаты, начиная с археологических находок, которые представлены, например, вот в витрине первой. Это и зубы акул, и раковины моллюска белемнит, каури. Конечно же, у нас есть и выставка, которая посвящена образованию города. Вы можете увидеть и портрет Федора Федоровича Таубе, предметы жителей станицы Таубевской, станицы Морозовской. В 1910 году войсковой земельный совет постановил открыть станичный сбор в новообразовавшейся станице, которая тогда носила имя Таубеевской, в честь названного войскового атамана, немца по происхождению, барона Федора Федоровича Таубе. Станицу Таубевскую уже начали строить после того, как была проложена железная дорога. И вот эти тесно расположенные вдоль Дона населенные пункты, им уже так было там, что поля, которые отделяли этим казакам это юртовые земли, они находились в 50 верстах. Ну как это можно было? И, кстати, вот эти населенные пункты Любимов и рядом вот это Морозов, это были казачьи хутора. И приписаны они были к станице Есауловской в 100 верстах. Заселение новой станицы началось весной 1911 года. В основном в станицу Таубеевскую приезжали выходцы из 2-го Донского округа. Сам 2-й Донской казачий округ, он население состояло 70% казаков. Если по самому войску Донскому войскового населения было 53%, 25% было крестьяне, и остальные там всякие служащие, рабочие. Вот. Из станицы Цемлянска приехал чугун и летящих попов, который основал мастерскую. В дальнейшем на месте мастерской вырос Морозов Ксельмаш. Осенью 1911 года в станице Таубеевской было построено 300 новых дворов. И самое интересное, что по переписи вот это алфавитный список на населенных мест 1915 года, большинство административных учреждений были именно здесь, в хуторе Любимове. Они там, эти станичники, они еще не успели. Они ведь организовались в 1910-м. В 14-м война, в 17-м революция. И кредитное общество банковское, все это было здесь. И сейчас оно здесь. Поэтому, когда вот, говорят, вот станица Морозовская, Таубевская, оно и самое, может быть, обидное, вот как мне, на гербе Морозовска нарисовано: птица несет подкову коня, и пишут, это родовой герб рода Таубе. У них был голубь, несет подкову. Таубе здесь никогда не был. Никакого отношения он к этому не имеет. Вот. И он вообще был немец. А наказным атаманом это ставили. Он казаком не был. Старожилы вспоминают, что на всю округу в то время имелся всего один автомобиль. Принадлежал он помещику Грекову, отцу будущего известного художника, баталиста Грекова Митрофана Борисовича. Юрты были настолько тесные, и эта земля ведь казакам не принадлежала лично. Это была это был прообраз колхоза. Она, земля была общая. Вот это родился казак, ему выделили этот надел, умер, все другому там. Он не мог ни продать, ни подарить его. Но тем не менее, он пользовался этой землей. Поэтому
нанимали. И этот крестьянин, который имел всего 2/10, должен был на него работать. И вот у нас хутор Любимов, а это поселок Крестьянский Басов. Станица растет и развивается. Строятся новые магазины, школа, возводятся церкви. Появились 3 ветряные и 2 паровые мельницы. Элеватор, фарамоновские сыпки, клуб отдых, кинематограф и частная библиотека. На Красной площади у Михайловской церкви, хотя эта церковь называется Рождества Пресвятой Богородицы, но правый предел освящен в честь Архангела Михаила. Поэтому название Михайловская церковь, поэтому там написано «У Красной церкви». Вот. И поэтому площадь, вот эта Красная церковь, здесь, конечно, может быть и отразилась как бы красивая, потому что построили такое. Все эти предыдущие церкви, они были деревянные там, а это построили красивую церковь по проекту архитектора Новочеркасского. А вот левый предел там освящен Николая Попова. Николай Попов был священник хутора Верхняя Гнутова на речке Цымла. В 19 году его арестовали и привезли сюда, потому что здесь окружной ревком был у нас в Смородовске. И вот его, те самые там Трунин, Капустин, лишили жизни и в песчаном карьере там прикопали. Казаки, они не приняли эту советскую власть и сразу стали протестовать, все восстали, и началась гражданская война. А тут на Дон потянулись уже те, началось белое движение. И в это время, в 18 году, продолжалась же война с Германией. Вернее, хотя и заключили этот мир, немцы продолжали, потому что мир закончился тем, что русские ушли, а немцы просто наступали. И в это время подступали уже к этой границе области войска Донского, и здесь атаман в то время войска Донского Краснов заключил с немцами договор, что давайте не будем нарушать границы. 23 июня 1918 года приказом по Северо-Кавказскому военному округу части 3-й и 5-й украинских армий, части Морозовского и Донецких военных округов, а также войска Царицынского фронта были объединены в одну группу войск под командованием Климента Ефимовича Ворошилова. Из Украины красные войска были вытеснены. И вот 5-я и остатки 3-й армии украинских под командованием Ворошилова, они по железной дороге, они вышли на железную дорогу в районе Миллерово где-то, но на север пути не было. Поэтому они отступили на юг, там тоже, и они пошли на Царицын, как бы центр, ну, это советской власти. Ворошилов провел в станице Морозовское объединенное партийное совещание. Совещание проходило в помещении позже занимаемой школы имени Ворошилова, а в настоящее время здесь располагается Дом детского творчества. Началось установление советской власти. Установляли они те же самыми методами, как и во время гражданской войны. И как происходила вот эта заготовка хлеба. Вооруженный отряд приходил и забирал все, что было у крестьянина. Они это называли изъятие излишков. Значит, там была законная основа какая? Обязали их сдавать, ну, это государство. И за деньги. Но эти деньги абсолютно ничего не стоили. Они отнимали у крестьян, а крестьяне, они только что воевали на фронтах. Это Первой мировой войны. Только что участвовали в гражданской. И у них кое-где там было припрятано оружие. И этих, по их понятиям, бандитов,
Они эту власть не выбирали. Она сама пришла. Вот. Поэтому они их отстреливали. Тарасов, это краевед, он пишет, что ходили слухи, что эти каннибалы, в том числе, что вот это в 22-м году собрались на Красной площади 3000 человек, они говорили, что будут судить людоедов сейчас. То есть вот этот слух, что здесь такие. Он еще пишет, что поели все, что только можно, в речке быстро ни одной лягушки не осталось. Вот такие события здесь происходили. 10-й съезд партии принял решение, что деваться некуда, новая экономическая политика. Разрешили крестьянам продавать, не отнимать хлеб, а обменивать. И началось развитие. Вот. Но началась принудительная коллективизация, и в 1933 году опять вспыхнул голод. Вот эта попытка осчастливить людей привела к следующему голоду. После этого был еще голод в 1947 году. Это как раз когда я родился. В 1938 году станица Морозовская получила статус рабочего поселка. А 29 мая 1941 года по указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок стал называться городом Морозовск. Началась Великая Отечественная война. В первые дни войны в городе был создан истребительный батальон. Бойцы охраняли от вражеских диверсантов и лазутчиков важные стратегические и промышленные объекты. Вечером 14 июня 1942 года в город вошли фашистские танки. Оккупация Морозовска продлилась до 5 января 1943 года. Во время Великой Отечественной войны Морозовским райвоенкоматом было призвано на войну 18 тысяч жителей. Из них вернулись около 12 тысяч, погибло более 6 тысяч. В 80-х годах 20-го столетия особое развитие получило сельхозмашиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность. Сегодня Морозовск является узловым городом. Через него проходят многие автомобильные областные дороги, а также федеральная автомобильная дорога М-21 Волгоград-Каменск. От узловой станции Морозовская Северокавказской железной дороги можно попасть в Лихую, Волгоград, Кубрин. В городе действует университетский казачий корпус-интернат. Морозовск расположен на северо-востоке Ростовской области, в пределах Донно-Донецкой равнины, в верховьях реки Быстры. Средняя высота над уровнем моря составляет 73 метра. Большая часть города расположена на левом берегу реки. Чтобы узнать немного больше о городе Морозовск, приезжайте сюда. Ну а мы отправляемся дальше. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Обязательно поделитесь видео в социальных сетях. И до новых встреч на проекте «География России». Вот именно. Всем пока! У меня с кепкой. С кепкой? У тебя нет кепки. Ну, с шапкой. Шапка с ней. Привет! Вы на проекте «География России». Меня зовут Евгений. Вообще-то мы на канале «Вселенная Beautiful World» в проекте «География России». Ну, ладно. И обязательно оставляйте комментарий. А в комментарии укажите город, в который мы должны приехать. С проектом «География России». Женя, не надо! Не надо! Они тебе напишут Сыктывкар. Пусть. Не надо. Нет, давай перепишем. Да. А то у меня такие глаза были, когда ты это начала говорить.